знаете, по какому поводу мы... В МВД по Орловской области представили нового начальника следственного управления. Приказом министра внутренних дел на эту должность назначен полковник юстиции, экс-начальник УМВД по городу Ульяновску Трофим Шутько. Доверили мне серьезный очень участок работы. Я постараюсь, приложу все усилия, это доверие оправдать, как уже оправдывал его на разных должностях уже свыше 20 лет. В органах внутренних дел Трофим Шутько служит с 93-го года. Прошел все ступеньки, от младшего следователя до заместителя начальника областного следственного управления. К своей новой должности он уже приступил и теперь будет отвечать за следствие во всех районах Орловской области.